Мы приходим к Нему за советом, приходим за помощью, и в прозрачное утро, и в полдень, а бывает и полночью. Он выходит навстречу, всегда аккуратен и собран, невысокого роста, приветлив и скромно одет, крепко жмет тебе руку и смотрит знакомо и добро, и совсем по-домашнему вводит к себе в кабинет. Тонко звякает ложка в стакане остывшего чая, вот рассветный дымок за окном тишину обволок, а беседа течет, до последней звезды не стихая, входит в самое сердце знакомый его говорок. Мы встречаемся с ним ежедневно, и в будни, и в праздники, может быть, и не так, не по строчкам стиха моего. И, наверное, у всех эти встречи проходят по-разному. Но попробуй представить себя хоть на миг без него. И когда нам в дороге порою приходится трудно, если горек туман, если парус едва не поник, разве мы не приходим к нему, чтобы ветер попутный, чтобы силу извлечь из испытанных временем книг? Все, что создано нами прекрасного, создано с Лениным. Все, что пройдено было великого, пройдено с ним. Он приходит, простой и любимый, сквозь все поколения, начиная свой путь из далекой симбирской весны.